Да, на 200 баксов. 220. А тут вообще от всего. А как я... А я не успевал. А так Собачкен, походу, сейчас пройдется. Собачкен, ты что наделал? Собачкен, ты дурак? Собачкен отправляется в зрительский зал, по-моему. Ну, хоть раз, раз, два... Ой, ебать, тут бигравшим босса пролетело. Не, ну тут... По-любому должен забирать этот чел. Супермат. Ты ех... Ай-яй-яй-яй. Да, Собачкен. Собачкен с арканами заехал. Лёх. Чего? Там парни хотят поиграть. Хотят с нами пошпилить? Ну да, вот, глянь. Вот и поиграл, пишет мне Собачкин Стив. Ну, ты чё-то... Хуй знает. Как-то совсем бездумно залетел. Так, ну я богато так не буду больше лупить, Витян. А то розыгрыш отменится завтра. Я напишу в паблике, что я заболел. Там это... Розыгрыш переносится на неопределенный срок. Йоу. Чё ты там делаешь, что ты такой замученный? Как будто ты сегодня летел из Нью-Йорка домой, Витан. Я? Ну. Не-не. Чё, лупим? Мы можем бахнуть по баксов 100. По соточке? Да. Ну давай, хуй с ним, по соточке, поехали. Я бахнул там 94, оно написано в этом. Сейчас на почте подпишу. Только не надо потом вот этих соплей, потом мне в скайпе, Лёх, ну отдай, пожалуйста. Хорошо, блядь, договорились нахуй. Лёх, это были мои последние шмотки. Пожалуйста, не надо, 103 ты запулил, а я сколько? А я сколько? Ну кинь ему игрушку. Вот это? Эй, почему я не внес? Не понял. Я ж подтвердил. Во, я внес, смотри, на 101. Поскольку. Только давай только, чтобы потом эти виномансеры не возвращались. 37 на 36? Да. Там еще так-то пацан снизу поставил аркану с 13% и легко может выиграть. Лолок, он на СФО 35 баксов стоит? У меня 43 моя. Моя стоит 43 вообще. У меня типа Excel тут, я не знаю, в чем разница, правда, типа, понял? В этих арканах. Так. Выиграю виномастер, ребят, разыграю его на стриме. Я твой рот разыграю на стриме. Ты не выиграешь виномастер. Смотри, сейчас бежашем босс подъедет. Ты отлетаешь, Витан. Что там? Мне нужна тачка супер, а, сучка суперстар, а, кое-что. Сколько у нас? 33 на 33. Примерно ровно, да? Так много амбиций, так много амбиций. Ха, отлетаешь, Витя. Мне нужна тачка супер, а, сучка суперстар, а, кое-что. Витюша? 2-2. 3-2-2. Бля. Спасибо, Витя. Чё ты там стал? Да ничего. Походу розыгрыш будет больше, чем я думал. Да? Чё, может, ещё посадочкой там? Да ладно, там попросили расписаться, парни. Без росписи вот этой. Потому что тем более это не Лёхин стрим, типа. Это не Лёхин стрим, это правда. Вить. По соточке. А ты хочешь нахуй? А ты можешь? А я могу. Мерканесов не осталось, по-моему. Чё за хуйня? Бля, Лёх, ну ты меня раздеть решил? Ну по соточке.
Ну, сука. Ну, давай по соточке. Музыку? Да, скачай. Этого нету уже. Соло, я извиняюсь, уши шмотки, козел. Эй, чё обзываешь? Бля, Лёх, ну ты... Ну все, по соточке. Я бабахаю. Я не уверен, что там 100, там может быть чуть больше. Типа, понял, там она курица, она хуёво считает иногда. Чуть-чуть больше на 500 баксов? Так, ну давай, по соточке и расходимся, Витя. Ну, в смысле, как бы, если я выигрываю, то, конечно же, нет. Витан. Да, да. А Battle Fury сколько стоит? По 20, по-моему. Я кинул 2 арканы на SF и 2 Battle Fury. Правильно сделал? Это, по-моему, ну сейчас я тебе докину, если что там, если ты больше будет. Ой, я не помню пароль в iTunes. Или помню, сейчас попробую. Блять. Вот такой вроде. Если нет, то я не помню какой. Лёх, что там это? У тебя ставится? Да, я подтверждаю на почте. Все, залупим? Ну, бля, если у тебя больше, то как-то нечестно будет. Ты 110? Ебать, Лёха, ты псих нахуй! Что, что, это не я? Ебать, это Лёх! Это не я, Витян! Ебаный... Накидывай скорее! Я не... Накидывай бабла скорее! Витян! Бля, ебать, братан, я докинул что-то там на 40 баксов. Успеем? Я не знаю, я не знаю. Лёх, я не а знаю. А я успею? Я не знаю. Да 5 секунд. Давай! Витян! Я отменяю трейд. Витян! Да дайте мне отменить! Витян! Сколько у нас шансов? Ебать, братан, очень мало. 31 у тебя, а у меня сколько? Ты не зашел, братик. Я не зашел? Нет. Ебать, пожалуйста, бигрос! Хорошо, Лёля! Ебай! На нахуй! Сучара, бля! Ебать, Лёха, ты зашел в катку, братан! Да там Витян завозит! Чё ты мне... Иди отсюда, мой братишка завозит бабло. Витян. Братик, ебать мы их нахуй, как на шпедов. А я там на 120 залетел. Смотри, ты готов, если что, выручать? Да. Ну сделай погромче телек. Я не буду. Ой, бля, как же приятно эти арканки. Как же они приятные, да. Ты готов выручать, если что? Да, братик, я готов. Ебать, псих нахуй зашел тупо, тучу аркан поставил, блядь. Чё, ебать, сечку нахуй зайти в ставку или чё, нахуй, парень, блядь? Сколько ты завез? Ну, сейчас скажу. Я поставил 100, выиграл 315. Чё ты изи? Так, ебать, там самоубийца послал 4 бакса, Лёх. Он хочет увидеть русский флаг, походу. Он, наверное, застрелился. А знаешь, а бывают же такие типы, которые, знаешь, только арканы есть там, знаешь, они купили там зря, отлаживали бабки, понял, типа, все дела, и понял, решили зайти на наш сайт. С завтраков? Да, они... Чё ты, изи? Ну, так бабахну, чисто понял, чтобы это... Попробовать. Профлить? Типа, понял, можешь выиграть у тебя. А у меня тоже он за 43 бакса. Твоя аркана, походу, это. Да. Иксалт, что-то там. Не, ну это слабенький. У меня 81% видно. Нормально. Успеваешь? Ну, я немного там бахнул, баксов 6, по-моему, типа чисто, чтобы попробовать сейчас забрать арканы обратно. Ну,
А дочь... телек не слышно, Тём? Да, наверное, ничего не слышно. Дочь Пенни. Понял. А чё меня не поставилось, алё? Так это твой саб заебенил, Гвинглейд, или нет? Это... Который 200 баксов поставил, или нет? Не, по-моему, мне, не он. Угу. А хотя хуй чек не же кто поставил. Может, это я с сеньора помидора аккаунта ебанул? Может быть, Лёх. Ебать, тупо русский флаг один, блядь. Ебать, я чуть... Фу, блядь. Отлегло. Чуть не отлетел. Чебоксары. Чё, по соточке? Хочешь соточку бабахнуть? Сколько мы тогда ставили, Лёх, скажи? А, по соточке. Да. По соточке, всё. Ну там плюс-минус. Так, ну чё, я вгружаю сатен. Давай сразу ебанём. Да. Ты сатен, я сатен. Да-да-да, я ебанул, ебанул. Кто-то захочет у нас спиздить бабло. Я уже поставил. У меня пока лагает немного, а вот всё только вроде... Так, это две арканы на SF и две Battlefury, да, по идее? Угу. Я 115 бабахнул. Надо подтвердить всё. Вот. Чё, я готов. 120, у меня чуть больше витана, извини. А зачем ты накидываешь ещё дешёвых? Ты задор? Нихуя, а чё это у тебя за курица за 60 баксов? Моя корона, я с ней выигрывал раза 4 уже. Ты проебёшь сейчас. Смотри. Ты проебал уже. Спорим на 50 баксов, что я выиграл. На 50? Да. Давай на аркану. Давай. Какую? На любую. Любую, походу. Всё, уже идёт? Да-да-да. Шпилка. Давай, давай, давай. Ебать нахуй. Витя, ты жив? Вита! Блять, почему так смешно? Еще и Аркана сейчас подъедет, вот видите, она походу. О, кайф. Леха манимейкер. Кидаю тебе аркану, Лёх. Ты мне в офлайн? Или так? Да кину в офлайн. Бля, чё там голос? Может, по соточке ведь он? Shit my ass, блять. Ну, по болтойску хотя бы. Там парень зелен на двадцаточку. 5-7 Fovel Play мне подъехал еще в трейд. Это богатая тема? А, нет, там расписаться надо, тогда не буду принимать. Реально впадло. Извини, бро. Come on, let's go.
Лёх, там парень 20-очку залил. Я поддержу 20-очкой. Ну давай я тоже не буду гуянить. Тоже 20-очку ебану, по-честному поделим. Такой baby rage, реально, never lucky нахуй. Лёх, ну знай, у меня когда-то повезет, знай. Я помню, мне иногда везет. Зови, Лёх. Может, по соточке тогда раз везет ведь он? Встань. Мне везет, я играю. Ну я на SF Аркану ёбнул, не знаю сколько это бабок. А, это Exalted, это 40 будет баксов. Ебать. Ну извините, ребят, извините. Вон, я бахнул одну, на 43. Ебани тоже на 40. Ща. Так, я трейд-то принял? Где мои шмоточки все? О! Богатый Лёха. When Twitch chat no longer consists of role players. But it is not as... Собачкин говорит, что выиграет нас завтра на розыгрыше у меня Аркану. Как думаешь, он сможет? Не знаю, Лёх. Он не может. Так ты внес бабло? А сколько ты внес? Там чувак на 57 баксов залез еще. Любыч. А я успею еще? Бабахни еще чуть-чуть. Блядь, где это, где это, где это? Сука, ну я так долго это делаю, мне кажется, я не успею. Ну, пожалуйста. Мне точно уже с почты эту хуйню убирать. Она очень сильно стопит. Не, я не успею уже. Да бля, парни, понимаете, подкрутить против Лёхи это невозможно, потому что он тоже подкручивает. Понимаете? Кто кого перекрутит? Да. Так что, по итогу, челы, там смотри, 57, у тебя 54, у меня сколько? У меня 20% на победу всего, 26, 28. Стоям, бабарсик, нахуй! Бать, мы овнем этот сайт, ведь как будто он наш. Бля, что-то в голос. Пора бы нам проебать как-то. Аркана к тебе ушла, Сал, ты в курсе? Она твоя ведь. А ты мне кинул его в трейд? Да, 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 там есть фантомка Аркан кучок, не. Фантомка это самая дешевая? Да. Крыса. Ну, Лёх, ну и так хватит. Ну ладно. Чё, помаленькой? Можем бабахнуть. По сколько? По одной арканке, да, ёбнем? Давай. Какой? Да любой. Ну или там большая разница в деньгах. Приличная, по-моему. Ну давай по мартредочке, может. Давай по мартредочке чисто, знаешь, тупо мартредочке. Давай по мартредочке. Если что, сверху я готов 500 докинуть. Шучу, шучу, ребят, шучу. Все, я вроде это в деле. NIM HS proudly presents. Radio Kappa. Fuck me. Are you kidding me? Are you fucking kidding me? Oh, I just top takes the fucking 7-5. Second 5. Так а чё так долго-то? Я ж уже давно нажал. О, мне ключ кинули в CSGO. Не, я не хочу расписываться. Сори, парни, реально впадло. Потом как-нибудь, может. Не сегодня. Я 20 часов провел в
перелетах, ожиданиях, самолетах. Сколько пересадок ты делал? Да, ну всего, ну просто долго ждал. Так что, я поставил? Да-да-да, твоя стоит, и моя потом тогда поставилась. Да? А, все вижу. Угу. Слышу, у тебя за 30 горка, она на мордоротку. У меня за 27, так нечестно. Они странно немного. Это все равно выиграл. Отлетаешь. Когда стримить будешь, Лёх? Ну, завтра. Не знаю. Как проснусь, дела поделаю. Чего так долго? А, 3 секунды, все вижу. А, там еще парень подержал арканкой. На легионку? Угу, еще там докинул, Лех. У нас там процентов по 20 с тобой. Да ты что? Да. 21, 18, понял, мы в говне? Ну и Лех, мы не в говне, мы не в говне, Лех. Мы все картаемся. Почему мы так помним? Алло, сейчас реально все подумаешь, что мы подкручиваем. Эй! Витян, ты подключишь? Я не подключу, Лёх. Ничего не понимаю. Может, сегодня мой день? Походу. И как и, в принципе, предыдущая неделя? А нет, не неделя. Мы 31-го отлетели на квалах на нанёнок. 3-2. Ладно, с первого. Фу, как же я ебашу. Кто хочет получить аркану, Витя разыгрывает на стриме. Пишите 3-2-2 в чат. А у тебя есть какие-то слова, которые в автобане? Да. Кудес. Кудес? Да. А как, маленьким или не важно? Да не важно. Ребят, Витя разыгрывает ДК-хук, восклицательный знак Кудес в чат. Не, просто Кудес. Просто Кудес. Блядь, наушники. Власть. А. Не, не хочу ничего. И сколько желающих на аркану? Да? Бля, они сбанятся навсегда. Навсегда? По-моему, да. Есть подозрение. Витян, а когда розыгрыш? Может, я тоже поучаствую? О, меня не забанило. Повезло. Ну чё, по маленькой? Давай. Чё? Парень, да, кстати, вот это, если что, сайтик, вот где мы бахаем, ребят. Ну ты что скажешь, то и поставим, Лёх. Так, ну давай. Ну давай реально совсем по маленькой. Короче, я накидаю этих. Имморталок? Ну да, вот то, что у меня лежит. Давай. Я не знаю, сколько они стоят, я просто накидаю 10 штук. А ты уже посмотри, сколько стоят, и поставь. Да, я тоже кинул просто 10 штук. А. Первый, который вы... Я просто реально не шарю. Вообще, в ценах. По имморталке особенно. Я накидал какой-то там плавок. Генеральная чистка чата, да. Damn, son. Все, я все вроде. У меня 15 баксов получилось. Воу-воу-воу, а у меня сколько получилось? Тебя поставят? Да ладно, вот эти руки на SF от Дизоля стоят 3 бакса всего? Да. Они же красивые.
такое? Или они у всех есть, поэтому дешевые, да? Ну это ж с компендиума. Я понял. Неужели реально забанило? Ну блин, реально забанило. По-моему, там забанило, может, не намного, я не знаю. Но я скажу честно, когда меня заебывал вопрос про Кудеса, я попросил, типа, вписать своего чувака, который это делает. Забанило. А это он там решил, насколько. Так а чё, я принял же. Трой, почему не ставятся шмотки? А, ну где-то секунд, понял. Чего? Может, я какую-то плохую поставил шмотку, Лёв? Да нет, вроде. Мне не написало ничего. Может, кстати. Ну чек не понял этот. А, вот. Во, поставил. 3 бакса, Лёг. Лол? Эй. А чё? Я не хочу 4... А, нет, ты чё? На меня мармеладкой тыкала в щёку. Ежевичка? Ничего себе. А, ну я понял. Чё? Ты проебал? Да. Ха, лох. Извини. Ну чё, помаленько? И у тебя там вообще осталось? Лёха, у меня осталось тут немножко. Лёха, люди тебя будут стрим с вебкой. По поводу ESL, то что ты выиграл его. Бабки на вебку будут? Бабки, так делаешь не в бабках. Не, с вебкой, пока я играю в доту, с вебкой не буду стримить. Как только стану стримером, буду стримить с вебкой. Это. Помаленько? Давай. А ты знаешь, кто победил в прошлый раз? Нет. Сеньор Помидор мой. Серьёзно? Нет. Ну ты бы, наверное, вообще тогда был... Я охуел! ...в жопе. Схемы от Лёхи. А, давай помаленькой, хуй с ним. У меня тут баксов 15 выйдет. Я не знаю. Ну, блин, ты через приложение, да, смотришь? Ну, примерно, да. Там 13 показал, но я думаю, будет 15. В этом парень сундуков поставил, блядь, всех. Я тоже хочу, слышишь, приложение это? Надо сейчас мне замутиться. Чё там? Насколько я залупил? Ты залупил на 15.76. О, смотри, так люди хотят играть с нами. А когда я 500 ебашу, почему не хотят? Не знаю. Может, меня хуевают? Мне кажется, Лёха, если ты поставишь 500 просто, да? Вот в начале игры, то никто не будет ставить. Вообще. На сайте? Сайт закроется? Блин, так куча ж людей есть, у которых богатые бэкпаки, или они боятся, думают, что мы наёбываем реально? Ну, не знаю, может, их нету пока у нас. Чё это? Ну вон, Лёха, один зашёл. Force and Clone? Да. Force and X. Лёха, там чувак поставил на 81 бакс. Лол? А у меня есть ещё докрутить? Ну, у тебя есть 3 секунды, сомневаюсь. Да, понятно, что надо быть готовым к этой теме всегда. Нас заснайпили? Да, блядь. Ну, шансов у нас с тобой на двоих... по-моему, 15. Мы в говне? У меня 6%. Кто выиграл? Смотри, русский флаг проскакивает даже где-то. Отлетаем? Да. Сука. Чё, по маленькой? Да. Давай, Лёх, я по маленькой. А ты поди, ты поди покури пока что.
Ты знаешь, в прошлый раз ты мне сказал, иди покури, я реально пошел курить и был не готов. Так никто не поставил. Ладно, я ебашу по маленькой. Че, давай, у тебя же есть богатые шмотки? Покидай. Да. Да. Все, смотри, я по маленькой ебачу. Я байчу, смотри. Ты готов, Витя? Смотри, я байчу. Steam подтвердить. Все, я по маленькой. Максимальный выигрыш 587. Это мой, походу, да, этот? Да. Я там не на первом месте еще? Не. Топ игроков. На втором? Еще 750. Бать, я умню тебя. Смотри, 11 баксов, как думаешь? Есть желающие? Ты приготовил там уже жозенькую что-то? Да. А, вот тебе невыгодно так мутить, слышишь, ты же стример. Ну да, в принципе. А я могу да. На втором, я буду теперь по опытному, все, Лёха, они не спалят нас. Ты на втором окне будешь? Я буду на втором окне попахать. Twitch chat. Let us congratulate the streamer on legal gay marriage and spam. Ой, это мой друг поставил. Слушай, знаешь, что тебе надо сделать? Ну и мне, и Игорю, и Андрюхе надо баннер ебануть какой-то. Это да. Все время. Надо баннерок просто. Так что, ты без башки оказывается, да? Да. Ну там по 3 бакса, там хотят просто спиздить у тебя. А что ты сделаешь, если у тебя чел с 3 баксами выиграет, Вить? Ты разъебешь все в комнате у тебя все, или нет? Ну не знаю, но я что-то уебу точно, не знаю. А ты смотришь жмыха, Витян? Не. Ни разу не смотрел? Не, что это такое? Лол? Сейчас посмотрю. На ютубе, да? Ты что, шершень? Жмых. Ебать ты сипанный, Витян. Что такое жмых, Леха? Ну, кинь мне ссылочку, я посмотрю. Ёбаный в рот. Ну-ка, альтабнусь-ка в чат в твой, перед тем, как уйду на балкон. Витя. Это, конечно... А, Лада Валакаса? Да, Витя. Я понял. Что там, есть приколы? Да тут все тапенько. Да все, все, я убегаю на балкон, убегаю. С секрета в комнату вышел, тут гангают сразу. Ничего, ничего, все, все, я на балконе. Ну так. Не знаю. Вить, ты завез бабло? Да нет, я не ставил, ну блин, смысл тут по 5 баксов все стоит. Ты засал? Я очканул. Ты... И чё, я теперь проебу, что ли? Бальтан, ты там, у тебя самая большая ставка, блядь. Ладно. Бля, ты проебал, ты проебал. Сук. Пацан с 5 баксами завез. Сук. О. Не хочу проебывать. Почитаем, что Меркан есть пока что. Давай все твое на все мое ебашим. Все мое на все твое? Все твое мое, короче. Это. Не знаю, Леха Клячкова. Ладно, я блефую. Давай завтра розыгрыш проведу, все, что останется. Зашпилю. А у меня там немного. У меня там всего 3 аркана и сундук на розыгрыш уходит. Аркан у меня штук 15 уже, походу. Надо спать, походу, идти. Такое ебаное ощущение. Вроде улетал вечером. Прилетел. Вечер. Так что там? Там 23 бакса парень поставил.
Да, пару лет. Открываю. 23 бакса? А у него аватарка, видишь, это моя. Это у меня такая была аватарка, он у меня ее украл. Вор. Варюга. Где стоит выигранный кубок? Выигранный кубок стоит у нашего босса, Алексея. Соло Белезина. Не. У босса Оргии, я имею в виду. Так-то я босс, конечно же. Но не Орги. О, у меня же есть шоколадка топовая из Дютика. Знаешь, какая это? Милка с вафлей. Американская ведь. Ты такую не ел. Извините, ребят, я не специально. Проебал свои баксы. Я проебал? Он проебал, тот чувак. Ну чё, шпилим ещё? Ну я шпилёху там, типа, это, боюсь обосраться, а то я уже, это, нормальный аркан проебал, лёх. По маленькой башке? Да. На лов кэфи пытаюсь завести. Ну давай. Ладно, по маленькой. Бля, так всё проебал. Вроде имморталки, вроде 10 баксов, вроде 11 баксов. А на деле-то выходит кругленькая сумма. Да. Ладно, я накидал каких-то шляпотяней. Аки, иди ко мне, приставай. Я не могу с дивана играть в лотерею. Я хочу играть в лотерею. Витан, я по маленькой ебану. Я уже чувствую. Может сделать, типа, чтобы можно было носить 20 предметов, Лёх? Ну, мам. Хоть моя одна аватарка была, бля. Я проебал? Да, я тоже. Там чувак опять на лоу кэфе выиграл. По-моему. Сука, а там смотри, хотел... 6% ебать. Ебать, там чувак... Хотел смотреть. Ебать, крысопёс нахуй, блядь. Давай его бабахнем нахуй. Я бабахну нахуй. Давай, похуй. Принимаем его, Витан, блядь. Тупо, блядь, 2 стручка нахуй. Хотел... Один хотел в мохнат... Нас... Я в мохнатку, ты в шоколадку нахуй. Поехали, блядь. Он хотел... С нас понял. Ебать, он отлетает после такого. Не, чел, извини, конечно. Где тут моя страничка самая забавная? Тогда я не сильно, Лёх, так чисто это поддержать тебя. А так я тоже не сильно, а вдруг он вдруг он выиграет. Короче, ну я реально не сильно. Раз, два, три, четыре аркана я ебанул. Нормально? Нормально, нормально, хватит. Ему хватит? А ты в деле? Да-да-да, там одну аркан бахнул, ну баксов 50 там это выйдет. Одну аркан? Ай, холодная! Мужик же. Ах,
Она 124. Ну, короче. Извини, братишка, твоя аркана переходит в зрительский зал, судя по всему. И твоя ведь тоже, скорее всего. Что там? Он не успел бы ставить ничего? Не, по-моему. Wow. Fuck this stupid clown fiesta game. Okay. О, мне нравится начало. Играшен босс, русский флаг. So to avoid this awkward. Что? How many times are you gonna do this to me? Wow. Fuck this stupid clown fiesta game. Okay. Everyone get the fuck out. So give him a warm applause. Все в Турцию? Ну походу да. На мои 4 аккаунта. 3 звезды можно. Hey guys, how's it going? Ukrainian. How good is? Витан. Мне нужно тебе аркан дать на розыгрыш. Можешь по соточке? Лёха, не надо. Я так хотел серкан на Лину, так тут еще их две сразу. Эй. А у меня есть аркана на Лину вообще? Друзья, по поводу, ребят, вот вы пишете, сайт иногда не работает. Ребят, потому что проблемы со Steam. Есть такой сайт steamstats.ru. Здесь, когда все красное, оно начинает так жестко лагать, и мы его отключаем, чтобы не было, знаете, типа там багов куча, чтобы ваши шмотки не заживало, и там вам вручную их не выдавать. Ребят, то есть, все зависит от Steam, то есть, сайт сейчас сам настроен просто идеально. Слышь? Prepare your orgasm, ребята. Вить. Лёх, давай. Я понял. Ты 4 аркана, и я 4 аркана. Бля, Лёх, тебе что-то разыграть надо. У меня что-то есть, наверное. По 4? Или нету? Меня не хочет принимать оффер. А чё, я всё проебал? Ты 4 аркана дать, Лёх? Давай по 4 аркана лупим. Подожди, дай принять мне их. А у меня нету. А где мои все арканы? Эй. Я не хочу принимать их, пока их полагает. Сук, я в говне. What do you want from me? I'm Ну все. Пожалуйста, ну видите, парни, Steam лагает. Это явно не сайт, это уже Steam, который мне хочет мне дать оффер, блядь. Я не могу аркан забрать. Steam, дай ведь арканы. А, у меня Steam закрылся вообще. Найс. Дота работает, понял, вообще все нормально. Короче, знаешь, что мне надо? Мне надо посмотреть в своем бэкпаке, что у меня есть вообще, походу. Как это делать? Армори, ага. Фильтр. Так. У меня есть хуево туча башеров на антимага. Аркана на SF, аркана на мортретку. И чё я там разыгрываю? Чё я всё разыгрываю? Лёха, ты кинул офер, братан. Аркана на мортретку, аркана на линию, аркана на SF. Мне надо... Давай поменяемся.
Я кинулся, братан, успокойся. А что ты кинул? Так я у тебя кучу шмоток выиграл. Зачем ты мне кидаешь что-то? Что, Дегар? Ты Дегар? Тебе надо разыграть, братан. Или у тебя хватает всего? У меня все хватает. Ну ладно, я тебе тогда твои сейчас скину. Ты меня наебал, одну аркану поменял на крылья, каш. А у меня тоже есть Steam лагает, кстати, для меня. Сук, у меня говне Steam. У тебя тоже говне Steam? Everyone get the fuck out. So to avoid this awkward moment, Алло. Да. Не слышь. Вы зашли с нового устройства, чтобы предмет за завершенным туре вы не можете совершать обмен с этого устройства в течение 7 дней. Сук! А чё мне Кинь меня в офтрейд, пожалуйста, на лимон. Я тебе кину. И всё. А, это ты меня в офтрейд кинул? Да. Я не могу принимать офтрейд, что ли? Или чё за бред? Или это Steam просто лагает у меня такую хуйню? Возможно, Steam. Я ж только что принимал офтрейд тысячу раз от бота с сайта. Так, а чё ты меня проигрывал? Ты да помнишь? Всё, да, у меня всё нормально, Лёх. Я ты уверен? Да думаю, наверное, надеюсь. Ну ладно. Ну мы потом разберёмся вообще с тобой. Hey guys. Чё, по маленькой? Давай. Я буду загружать тогда и морталки этим. У меня, блядь, 100 страниц тоже теперь. Понял, сразу бабахает, типа, понял, типа, фильтр паркан, ну, не парканом, а по... Как это сделать? Как вот, показать дополнительные фильтры, вот, нажимаешь его... Ага, вижу. И Mortal, Mortal, да? Да, у меня их было сегодня 100, теперь 300. Ага. Всё, всё, я понял. Я начинаю загружать. Раз, два, три, четыре. Лёх, там парень башнул аркану. Где? Бля, я 10 уже законфирмил, слышишь? Я 10 законфирмил уже. Бля... Мы можем выиграть, у меня 10 тоже, да, у меня 7%. А так мы в говне. А у меня... А у меня сколько процентов? А ты не в игре, по-моему. Ваше предложение обмена было короче, я опять что-то не то сделал. Сука. Витян, отлетаешь? Он выиграл парень, который поставил 8 баксов. Со смайликом? Да. Не, смайлик проебал. Смайлик проебал? Да, аркану. Блять, где отключить ебаное подтверждение на почте? Еще раз. Steam, настройки, да? Или где это было? Да, короче, смотри, на свой. Открывай сам Steam, просто. View profile там. Edit profile. Это я делал в профиле. Да. Сейчас. Confirm trades, я типа disable делал все. И на почте надо подтвердить. My privacy, privacy settings, вот это? Confirmation of trades, disabled. Vendermill. Вот оно что, да. Steam support, confirm, update, все вижу. Все. Все, теперь все должно быть, по идее, тысячу раз проще для меня. Так. Ну что, фильтр и морталки. Поехали? Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Радио Капа. О, мой бог. Я залупил. What the fuck?
Чё? Ничего. Hello, my lovely Twitch chat. Так, я ставлю тоже Immortalox, надо поставить. Like а ты, походу, не успеешь. Не успеешь? Well, man. Успею. Hello, my favorite Hearthstone grill. Should I bring the video camera, or how does this work? I never done this before. Feels so good to me. I have to go jerk off. Get the lube, you little Asian slut. Oh, my shoulder. I'm fucking coming right now. For such a nice girl. Oh my god, I can't hold my feet. What the hell are you two doing? Awkward moment. Nimn HS proudly presents Radio Kappa. Are you scared now, Forsan? Take off the fucking thing! Take off the fucking thing! That turns me fucking off. Take your clothes off. Take your fucking clothes off. Блин, так много на самом деле Mortal Kombat, блядь, пиздец развелось реально. Раньше это был раритет какой-то. Вам не нравится, ребята, эта музыка? Ну ладно, сейчас я поставлю, которая вам нравится. Сейчас, секундочку. Есть у меня один трек. Опа, там крутит, уже крутит. Ага. Ай-яй-яй! Мы проебали? Да. Я на 20 баксов поставил, упал, проебал. О, это парень арканку бабахнул, Лёв. Опа, он хотел подстилить. Давай, братан, давай бабахать ты его. Я пропущу. Это он хотел заснайпить? Угу, угу. Бедолага. Ух, и разлетает. Что это можно? Блять, фильтры. А почему у меня нет Алины? Алины, арканы. Ты меня кидал, Алины? Да, нет, я кинул 3 других. Давай я тебя кину. Вот он. Ты мне налинул. Давай. Мне разбирать надо зуб. Сейчас я чела сначала этого прикончу. Я буду стилер. Ну давай. Так, а как? Да, где твой второй на стриме? Да, у тебя где-то есть, наверное. Офф-трейд есть? Стим-трейд все. На кого тебе кинуть? Давай на это... ТБ или СФа. Они самые примерно... Самые богатые? Но они также вместе стоят примерно. Ну то есть СФ самый дровой, Лина там вторая, третья. Так, сейчас... Аркана... Витечка, ты нам первый на русский. У меня есть только на СФа и на этого. Не, на ТБ нету, ну давай на СФ эти кину, что делать? Для отправки этого предложения временно произошла ошибка, пожалуйста, пользуюсь чистого устройства, чтобы... Короче, у меня какая-то хуйня. Ладно, Сань, вырубаю, поставлю нормальную музычку. А, я не... Ты слышишь? Короче, у меня Steam... Я тебе кину офер, короче, да? Да, у меня Steam в говне. Попробуй ты мне кину. Короче, походу мы не наказали чела с арканами. Зато нервишки потрепали ему.
Ты его в трейд кинул? Да. Окей. Так, там, слышишь, карточка у парня пришла с Арканой, сейчас посмотрим, как он... У него ник Сержа, Сережа. Все, я принял руду. А он узнал Аркану. Рили? Да. Парень с 10%. Витя, пожалуйста. Он отлетает? Я скоро сдохну от этой музыки, браки бач. Мардан, он не умирает этой музыки, она мне нравится очень сильно. Аки, все, ты меня теперь пошел грызть? Грызи. Грызи, грызи. Ну что, еще по маленькой? Давай последняя маленькая, Лех. Я бахал просто одну аркану, понял? На фантомку. Одну аркану на фантомку просто. Ну, и давай. Отваливай, наверное. Давай, я тоже. Я бахаю и морталочек, наверное. Бля, у меня столько теперь дерьма в бэкпаке. Что с ним делать? Аке. Аке, иди отсюда. Ладно, ладно, все, парни, ладно, не шучу, все, не включаю такую музыку. Включу нормальную. Вот что ты включал? Я кинуть Лёх, что я включал? Нет. Походу, не надо. Да нормальная музяка, тебе понравится. Так, я ебанул по маленькой, не знаю, я 10 имморталок поставил, не знаю, сколько это денег. Вот ссылочка, как захочешь, послушаешь секунд хотя бы 20. Но она не настолько жесткая, как ты думаешь, наверное, может. Куда, где ссылочка? В скайпе? Да, баба.